Ну, а следующая на сцену выйдет еще одна босоножка, певица из Грузии София Нежарадзе. По крайней мере, вчера на репетиции она выступала босиком. Да, я помню. Ее конкурсная песня называется «Сияй». София занимается музыкой с раннего детства. В свое время ее преподавателем был известный грузинский дирижер и композитор Джансу Кахидзе. София закончила Тбилисскую консерваторию по классу рояля и сольного пения. Она лауреат нескольких престижных конкурсов. Играла в постановках мюзиклов «Ромео и Джульетта», «Собор Парижской Богоматери». А в 2001 году София Нежарадзе посчастливилась спеть дуэтом вместе с великим испанским тенором Хосе Карреросом. Итак, предпоследний, 16-й номер конкурсной программы. София Нежарадзе, Грузия, песня «Сияй». Who can ever tell the color of a soul and the memories we keep from long ago? Do we ever really know each other's hearts? You can't go back to before, but tomorrow will bring even more. Like the tide's gonna turn, you will know. It's cold, you're on your own, but you're never alone. Shine, shine like the stars in the sky. Wipe the dust of your love and let it shine. So when nothing's ever really carved in stone, remember that your heart is holding on. And when every second counts up in the past, don't be afraid, it will end. Only fear that it never began. Like the tide's gonna turn, you will know. Тенденция, Дима, ты знаешь, выступать с босыми ногами. Это была София из Грузии с песней «Сияй».